Друзья, всем привет! Мы сегодня встретились с моими подписчиками. Это Настя, это Марина. И мы сегодня с вами идем за сморчковой шапочкой в ближайшую посадку. Пошлите с нами, погуляем, наберем грибов. Поехали! У нас сегодня такая теплая погода, по-настоящему, по-весеннему, свежий воздух, чистый, напитанный таким вот ароматом лесным, цветочным. Мы опять же в посадке, потому что сморчковую шапочку мы ищем только тут, в лесу ее нет. Шикарно погулять, даже несмотря на то, что посадка, конечно, заросшая, труднодоступная такая достаточно, но все равно классно. Сегодня у нас суббота, выходной день, в этой посадке никого нет, мы сегодня втроем здесь ходим. В общем, классно, грибы есть. Вот сейчас вам покажу, как, при каких условиях растут данные грибочки. Ну вот смотрите, вот один. Вот второй грибок. Вот третий грибок. Вот четвертый. Ну, тоже немножко такой засохший. Не буду его брать. Это пятый. Вот шестой. Это уже совсем молодые экземпляры. Видите, они маленькие. Вот семь. Это седьмой. Восьмой. Девятый. Я беру только шапочки. Ножки не беру. Десятый и одиннадцатый. Видите, такая получилась жменя. Ну, классно. То есть присел на полянке, десяточку взял и идешь чуть-чуть дальше. Прошел и опять такая же полянка. Классно, супер. А вот так вот она любит прятаться. Видите? Спряталась вот один и второй тоже под листвой прям. Прям из листвы они торчат. Вот так сдалека никогда не увидишь. Только нужно приглядываться, наклоняться. Вот еще. Дальше еще. Вон там вон еще один. Тоже классно, конечно. Азарта такого, конечно, большого нет уже, как неделю назад. Что нужно было просто наматывать километраж и искать шапочку. Сейчас она уже вот просто раз, два, три, четыре. Такие прям поляны. Ну, классно. А вот еще один. Вот еще один нашла. Тут у нас что? О, ушко на веточке лежит. То есть здорово, шикарно. И она прям мелкая. Вчера ночью был дождь. И, видимо, вот это вот после дождика. Здорово. Птички поют, слышите, да? И я по сухим листочкам брожу. Птички радуются весне. Классно. И мы идем, видите, вот такая вот прям сухая-сухая посадочка. Но грибочки есть. Даже несмотря на то, что здесь такой прям засушливый участок. Она растет и на сухой поверхности, на листочках пробивается. И ближе к влаге тоже она любит расти. То есть тут уже непонятно. Она растет везде. Потихонечку-потихонечку наполним сегодня корзиночку. Вот она, пчелочка. Красавица. Уже трудится с утра. Собирает нектар. И мы трудимся. Мы собираем грибочки. Такая красота в лесу. Ну, вообще класс.
просто ковры из цветов продолжают расти. Друзья, не отказывайте себе в приятной прогулке, доставьте себе удовольствие просто даже погулять, побродить по такой красоте. Это здорово. Вот по такому вот валежнику, видите, в воде, вода стоит еще в посадке. Нам приходится ходить, чтобы добыть такие грибочки. И вот они, видите, в каких зарослях. Вот она, шапочка, растет. И вон еще вторая, вижу, сейчас обойдем. То есть посадку в эту без сапогов нельзя, потому что вода стоит, воды много. Вот как видите, вон там вот водички много. То есть есть такие прям места сухие-сухие, вот как дальше. А есть вот такие вот лужи. Возле луж грибов больше. Все-таки грибы тянутся к влаге. Там на сухом тоже есть. Но больше все же к воде. И корзинки наши потихоньку наполняются, наполняются. Что не может не радовать. Это здорово. Трава поднимается, трава прячет грибочки. Уже труднее их отыскать. И солнышко прячется уже за тучку. Ох, какие заросли. А птицы заливаются, поют как. Соек очень много. Смеются, летают. Класс. Видите, трава какая? Высокая прям. И в такой траве тоже могут попадаться. Тоже они любят прятаться здесь. Поэтому идем тоже везде обсматриваем. Потому что там, где один, там и второй, и третий, и десятый. Бывает и такое. А, вот, смотрите. Вот спрятались они. Красавцы. Сидят вдвоем. Вот они какие. Это аж лопнуло. Какие классные. Супер. Так, а здесь, смотрите, остатки роскоши. С зимы фламулинка. Видите? А, чистенькая. Маленькая фламулиночка с зимы осталась. Ну что, взять ее, что ли, одну? Впереди попадались тоже фламулинки, но они были прям старые уже. Это прям на палочке одна выросла. Здорово. А здесь у нас саркосцивка. Вот она. Сидит под кустиком. Не буду ее брать, она же немножко старенькая. Тоже саркосцивы много. Ну уже ее столько много набрали. Уже не знаю, что с ней делать. Сяду пока на пенек, съем пирожок. Подожду своих девчонок. Они там, наверное, уже по большому пакету накосили. Класс. Очень тепло, так очень здорово. Тишина. И только ветки хрустят под ногами у грибников. Супер просто, класс. Отдыхаем. Мы пришли. Много набрали? Немножко, чтобы все уважать. Спилил его. Здорово. Вот и мы. Много набрали? Немножко, да? Ну, нормально. Довольны? Конечно. Ну, а что? Почему супер. Нет? Класс. Идем дальше, да? Пойдем. Мы нашли сморчок. Сейчас я вам его покажу поближе и в чем его отличие от сморчковой шапочки. Ну вот, смотрите, давайте его достанем и посмотрим на него, какой он. Да, смотрите, разница у него есть. То есть шляпка здесь приросшая полностью, видите? А если взять
сморчковую шапочку тоже, то есть мы видим, что здесь просто шапочка, которая легко отделяется, и пластинки здесь не приросшие. Сейчас мы его разрежем и посмотрим пополам. Да, внутри должна быть вот такая вот полая. Вот она разница, видите, какая в разрезе здесь. И если мы разрежем сморчковую шапочку, то тут разница совсем другая. Ну, они и по цвету отличаются. Ну, классно. И сморчки пошли. Ура! Вот, и Настя тоже нашла сморчок. Смотрите, какой он классный. Большой прям такой. Срывай. Ой, какой красивый. Точно сросшийся. Супер. Ура, сморчки! Классно! Красивый, смотрите. О, какой большой. Какая красота. Здоровый такой. Один. Вот второй. А там еще их много-много. Класс. Смотрите, даже ламулина какая красивая попалась. Проверить можно ее. Посмотреть. Ну, еще прям не старая, конечно. Можно посмотреть. Ну, мякоть, конечно, такая уже желтенькая. Класс, супер. И внутри еще там. Ой, здорово как. На опушках ветерок. Мы продолжаем идти по посадке. Уже у нас второй заход получается сегодня. Сейчас уже время обеда. Ну, неплохо, в принципе, нормально. Грибочки есть, но они такие мелкие, они трудовые. Приходится лазить в таких вот дебрях. То есть палки не только в волосах, но и в одежде. А уже, видимо, просыпаются клещики, пока мы ничего не поймали, конечно. Но, возможно, дома найдем клещей. Ну, классно. Второй заход. Грибочки есть. Да, они мелкие, конечно, трудовые. Видите, цветы я нашла в лесу. Классно. Обнаружила вот рядышком здесь вот такой вот муравейничек. Видите, такая большая колония. Ой, какие, да? Смотрите. Как же они трудятся, как их там много. Видите, какая большая колония. Кишат друг на друге, работают. Работа кипит. Класс. Ну, а мы идем дальше. Мы идем дальше по посадке. Грибочки попадаются. Мы собираем пока. Ой, какой большой. Ого. Вот этот здоровый. Класс. Смотрите, сколько с одной полянки. Класс, да? Вот как их много. Наш скромный итог. Набрали мы сегодня тоже так же классно. У нас сегодня попался даже сморчок два раза, два сморчка, то есть сморчки тоже начинаются уже. Ну и продолжается также у нас сморчковая шапочка. В лесу также можно встретить цветочки вот такие, вот очень много разных растет. Также попадается саркосцифа, эльфовая чашечка, тоже берем ее на салатик. Саркосцифа. Сезон в самом разгаре. Сморчковую шапочку мы, скорее всего, будем, наверное, фаршировать. Да, Настя? Попробуем сделать с нее фаршированные запеченные грибочки. Может быть, даже когда-то я выложу такой рецепт у себя на канале.
посмотрим. Ну, так что поздравьте нас словом. Мы сегодня молодцы. Да. Класс. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди только самое интересное. Всем пока. Тоже можно было собирать? Да. А мне столько попадалось, я думала, это поганка. Ты Тася с ней салат делала. А? Ты же мне сама лайки ставила. Ну, я что, думала, что с нее? Да.